Шоколад и мед из Красноярского края скоро могут появиться в арабских магазинах. Сегодня в Красноярск приехала делегация предпринимателей из Объединенных Арабских Эмиратов. Они пообщаются с местными производителями, которые покажут свою продукцию. Во встрече участвуют различные компании края. Среди них те, кто создает сладкие товары, мед, арахисовую пасту, яблочные чипсы, сухое молоко и фирмы, которые производят пиломатериалы. Подобные приемы зарубежных делегаций организует центр «Мой бизнес» в рамках нацпроектов «Малое и среднее предпринимательство» и международная корпорация «И-экспорт». Уже в октябре в Красноярск приедут новые потенциальные партнеры из Монголии и Армении, а в ноябре из Азербайджана и Турции. Мы работаем с российскими компаниями 1,5 года, и мы видим большой потенциал в этом регионе. Даже до того, как мы сюда приехали, мы уже были наслышаны и заинтересованы в продукции. И мы считаем, что это огромная возможность для людей, которые здесь живут и работают. Мы очень много работали и в европейском направлении, в азиатском направлении. Сейчас в силу политической ситуации, экономической ситуации, наши взоры, внимание адресованы вот как раз в страны Персидского залива, где есть и большая покупательская способность населения, количество уникальных предпринимателей, которые впервые выходят на внешние рынки. Это достаточно большой, серьезный путь, который проделывают наши предприниматели с нашей поддержкой.